Люблю сюрпризы. Хорошо. Да. Дело сделано. И у меня еще одна просьба. Мне нужно ружье. Я хочу убить подонка, который убил мою жену. За это я отдам вам все. Просто я должен это сделать. Вы со мной? Но как я могу отказаться? У моего соседа было ружье. Я думаю, оно все еще там. Я видел его полусожранный труп. Очевидно, он выбежал наружу, не взяв ружье с собой. Посмотрим, что у нас тут. Дерьмо!
Отлично. Спасибо. Судный день настал. Грешники заплатят за все. Спасибо. Одна только мысль о том, что они где-то там. Что у нас тут? Ah!
Люблю сюрпризы. Что же с нами будет?
Меня зовут Ник. Моего друга Боба укусили. Мы сделали все, что было в наших силах. Но он начал перекидываться, и нам пришлось бросить его. Будучи еще человеком, он в последнюю минуту заблокировал за нами дверь. Нам нужно вернуться обратно внутрь. Мы не сможем оставаться здесь. Это верная смерть. Конечно. Я не смогу убить беднягу. Боб мне как брат. Так что если кому и придется это сделать, то тебе. Попробуй забраться внутрь через крышу и разблокировать дверь. Не могу отбиваться от них. В армии нас учили убивать, но никто не рассказывал нам, что делать, когда враг твой лучший друг. Подождите! Хотите снова... нам помочь? Кое-что меня беспокоит. Здесь когда-то была военная база. Я там как раз служил. Но после начала всего этого безумия, я нигде не видел ни одного человека в униформе. Начинаю задумываться. Не имеют ли военные к этому... Еще раз. Начинаю задумываться. Не имеют ли военные ко всему этому прямого отношения? Не в первый раз происходит утечка биологического оружия. Но как я могу отказаться? Правильно. С какой радости отказываться? Возьми этот магнитофон и записывай все, что слышишь. В Баное есть две передающих станции. Одна на тюремном острове, так что про нее можно забыть. Вторая находится где-то в джунглях. Дело, конечно, рискованное, но попробовать стоит. Сообщи мне, как что-нибудь выяснишь. Только не особо задерживайся, ладно? Эй! Есть новости? Мне нужен курьер. Мне нужно, чтобы вы сбегали в ближайшую аптеку и принесли мне вот это. Вот тут на бумажке написано. Убедитесь в том, что возьмете именно это. Оно лежит в аптечном холодильнике. Ясно? Попробуем. Отлично, вперед! Ну и... Есть чего интересного?
Мы отправили нашего друга Билла в полицейский участок, чтобы он нашел там что-нибудь, что позволило бы нам убраться с этого проклятого острова. Билл пока не вернулся, и мы беспокоимся, не случилось ли с ним чего. Вы не поищете его. То, что он искал, может и вам здорово пригодиться. Хорошо. Вам лучше поскорее туда отправиться. Еще раз убью, тварь такая! Yeah.
Люди на берегу теперь услышат наше объявление. Надеюсь, давай-ка глянем, что тут у нас. Yeah.